Всем привет, с вами Саня. Сегодня будем играть в Call of Duty 2. Call of Duty 2. Все-таки. Мне очень хотелось поиграть. Поэтому мы будем сегодня играть. Логично. Это вылежу. Infinity Ward. Ой, иди нахер, товарищи. Мы тебя не товарищи, понял? Ты мне... Кстати, в прошлой версии вы мне так и не дали патроны. А ведь это подло с вашей стороны. Так, давай проходим. Сталинградская крепость. Ой, тут три. Нам нужно пройти за несколько секунд. Охренеть. Новобранец. Конечно же, я новобранец. Я же лох. Ну, как сказать. Ну чё? Давай. Скоро я куплю вебку и будем снимать с моим красивым личком. 2 января 1943 года. Нахер. Сталинград. Никакой Сталинград. Я сейчас всех завалю просто и всё. Конец. Самое лучшее здание на свете. Всех завалю и всё. Всё. Вот теперь мы можем играть. Товарищи, фашисты захватили несколько домов на этой улице. Я, конечно, понимаю, что всё нормально у нас. Мы сейчас... А, ну туда? Окей. Мы веселые ребята. Ребята, ну вы чё? Ребята, ну... Ну куда мне идти, скажите, пожалуйста. Так. Вот тут можно менять пистолет. Это, кстати, очень-очень хорошо. Пацаны, вы меня не убьете. Подохни ты уже, нафиг. А, тут танк. И он до меня достать не может. Уф! А, А ёб твою мать! Фарш гуд! Гуд фарш! Блядь! Взрывчатка! Блять, ну ты урод! А, лох, все-таки ты лох! А, пошел нахер! Да куда идти-то, пацаны, я потерялся! Понял, куда идти, пацаны, я понял. Вот сюда? Там ванная, братан, да. Все-таки лучше подойти. Блин, ну вы уроды. Я как мастер. Thank you.
Я зачистил это здание как мастер. Короче, пошли. Да куда идти-то? Покажите пальцем хотя бы, покажите. Да покажите пальцем, куда идти-то, пацаны. Прикрой меня, если я сейчас... Я тоже хочу так уметь. Я хочу туда! На, на, получай, фашист! На, на! На, на! На, 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 на! Я слезть хочу, чмо ты! Надо было все-таки показывать мне дорогу! Еще и слезть не могу! Уроды! Так. А вот тут мы должны разобраться по-мужски. Все, я могу слезть, да, с балкона. Пам-парам-пам-парам-пам. Ой, кажется, меня пробили. Игра сохранена. Уничтожьте второй танк. Сейчас умру. Блядь, меня сохранили возле взрыва. Что делать? Я сломался, я все ноги. Сейчас ППШ возьму, твари. Да где? Нет. Да не надо меня бить, уроды. Ладно, я пошел к северо-востоку от юга. Дай пройти, пацан. Пожалуйста. Дай пройти, чмо. Двери есть. Двери есть. Все-таки двери есть. Я пошел пешочком из подъезда, да? Ой-ой-ой. Там все плохо, пацаны. Там вообще настолько все плохо. Нет! Ты не сможешь меня убить! Не убьешь! Блять! Куда отсюда? Я все взорвал! Почему я умираю? Я не умею плентить или что? А вот с тобой мы разберемся по-мужски. Ну нет, ну зачем я сюда спрыгнул? Нахрен иди. Нахрен иди. Вы где там ходите? Я вас ищу тут, а вы мне ходите тут повсюду. Ты предатель, Родин. В смысле? Я, то есть, мне нельзя трогать немских, что ли? А, я своего загандошил случайно. Ты... Ты чё в текстурках забыл, придурок? Я тоже так хочу уметь, дебил. Ты чё там забыл? Ну-ка, подожди, он серьезно там сидит в текстурках? Да они все так умеют, походу. Четко лазить. Пинка тебе под зад. Я понял. Я игра сохранена. То есть я сейчас нормально, да? Да что ты такой быстрый? Я лох. Это кратчайший. Ну, значит, дай мне добраться до кратчайшего. Пути, я быстрый, я бы... Да, я доберусь до этой лестницы. Да, почти. Нет, я доберусь. Блин, не добрался. Чем главное меню? Продолжение игры, выбор задания. Сталинградская крепость, Сталинградская новобранец. Мы должны очень быстро пройти, да?
ставим играть. Горсовет. Горы совет? А! Взрываются? Да, я так уверен, что они взорвутся. Прям близко так встал такой. Проверяю. Ты не туда гранату кинул, братан. Ой, нифига себе, рикошет, братан. В курсе, рикошет. Прямо. В курсе, рикошет. Вот он. Тен-тен-тен-тен-тен-тен. Так, ну это я не принимаю. Там что-нибудь есть? А, там стена. Интересно. Какие-то было интереснее, чем... Да хватит меня стрелять! Блять, надо быстро менять позицию. Надо быстро менять позицию. Надо прыгать на занят. Братан! Ты... ты ошибся. Я все-таки разобрался. Папа! Папа! Опа. Опа. А я теперь просто пойду пешком. Я разобрался с ними, братаны. Мы идем в здание. О, вот это здание я на картинке видел, поэтому я пошел. Открывайте это, Роснадзор. Иди нахер от меня. Я вам не знаю. Я вас не знаю, люди. Я иду к бочкам. К бочкам иду, не слышишь? К бочкам отсюда юга. Юга. Западу от нас бочки есть? Да мать твою, граната! Так. Ты зря выбрал такое место. Братан! Все-таки я все правильно сделал, правильно? Боеприпасы. Боеприпасы. Гидрант. Аллах Акбар. Нужно зачистить здание. Вперед, товарищи. Ты у меня не надо бежать. Предложить. Главное мне. Так. Товарищ снайпер. Давай. Товарищ снайпер, ну ты и гандон. Товарищ снайпер, ну я знаю. Он что ж против меня когда-то накрыли? Почему горсовет? О, велик! Подожди. Они близко подошли? Блять, я обосрался, я не знаю. Чего вы подходите так близко? Я испугался. Не знаю, что делать. Блять, ну ты мудак. Вы идиоты все-таки. Ваш там подох случайно, это не я. Василий, подай винтовку. Отлично, ты прям спит.
Сейчас Паша привлечет внимание этого гада. Паша, давай! Да! Серое здание, четвертый этаж. Пытаюсь. А, серьезно, один снайпер? Ну вы дебилы все-таки. Я вообще... Ооо, кстати. Иди нахер. Да хоть не бить. Да не надо меня пугать. Я боюсь каждого вашего шага, уроды. Первый этаж захвачен. Верхний этаж захвачен. Товарищи, здание захвачено. Теперь нужно подготовиться к контратаке. Занять оборонительные позиции. А, еще раз скажите. Я занял. Самая лучшая позиция. Я зачем? Фух, я боюсь. Не надо меня пугать только. Я это... Ладно. Все-таки самое лучшее это посидеть, подумать о жизни, пока они воюют. Ты будешь наблюдать за великим боем идиотов. Это бутылка пива была, лежала. А вот граната тут была не к месту. Все-таки эти дебилы ничему не научились в своей жизни. И дебил. Ты чё, братан? Давай посидим. Взаимку посидим. Посидим тут, полежим. Подумаем о жизни. В стену очень интересно смотреть. Правда, пацаны? Это выгляжу, это неинтересно. Я отражаю все пули. Блять, ну вы уроды. Не пугаемся. Мы не... Напоследок мы пойдем. Вот. Завершили русскую кампанию. Наконец-то. Поздравляем, правда, поздравляем нас всех. Поздравляем. Ну а на этом все. Всем пока-пока-пока. Удачи. В следующем видео.